А это что за аквариум такой у нас? А это у нас зеленый коктейль будущий. Что там у нас? Щавель, крапива, жгучка, смородины, листья, мелисса, мята. Можно еще выдавить чуть-чуть лимон. Лимончика выдавить, витамин С. Водички налили, или березовки, или там кленовый сок. Ну, что есть, в общем, такую жидкость какую-нибудь. Сейчас взобьем, секунд 30-40 взбиваем хорошо, процеживаем через ситечко и выпиваем. Можно не процеживать, но я процеживаю, потому что крапива имеет колючки, ну мало ли чё, ну не знаю, ну не должно. Вроде мягкая, ее промываешь, она мягкая, все не жуч, не жгучка больше. Добрая она, в общем. И кровушку она не сгущает в такой комбинации, если щавель сюда добавить, мяту она, сосудорасширяющая мята, щавель, витамин С. В общем, нормальная комбинация вот такая вот, хорошая.